Всем известно, как они висели тогда на крестах, и кто собрался вокруг него: Мария, его мать, и Мария Магдалина, Вероника, и Симон Киренейнин, и Иосиф из Аримафеи, тот, который потом обвил его плащаницей. Но ниже по склону, чуть поодаль, стоял еще один человек и, не отрываясь, смотрел на того, кто висел на кресте и умирал. Он следил за его смертными муками от начала и до конца. Имя человека – Варавва. Пер Лагерквист. Варавва. Пер вспоминал один воскресный день, когда они с отцом пошли гулять, далеко забрели и возвращались уже довольно поздно вдоль железнодорожного полотна. «Почему так страшно, когда темно?» – спросил я отца, прижимаясь к нему. «Ну что ты, сынок?» – отец взял меня за руку. «Мы же знаем, что Господь нас не оставит». Удивительно, страх отделил меня от отца. Он-то совсем не боялся, а мне не помогло даже упоминание о Боге. Бог тоже был страшен. Страшно было, что он повсюду в этой темноте, внизу, под сенью деревьев, в звенящих телеграфных столбах, всюду, всюду, а вот увидеть его нельзя. Вдруг раздался грохот. Огромный черный паровоз, абсолютно темный, ни единого огонька, мчался на бешеной скорости. В огромном паровозе пылал огонь. Кто-то лопатой подбрасывал в топку уголь, а искорки выделывали в ночи какой-то дикий танец. Кошмарное зрелище. Машинист стоял бледный и неподвижный. Лицо, освещенное снизу пламенем, казалось, окаменело. «Странно», – проговорил отец. «И машинист незнакомый». Я никак не мог унять дрожь. Ведь это из-за меня. Да, это все из-за меня. Я догадывался о том, что это означало. Это был страх. Мой будущий страх. Все то неведомое, чего отец не знал, отчего он не мог меня защитить. Таким станет для меня этот мир и эта жизнь. Не то, что у отца. Для него все просто и ясно. Странный мир. Странная жизнь. Пылающая жизнь, устремленная во тьму, которой нет конца. Пер Лагерквист. Отец и я. Ему было лет 10, а поезд-призрак вызвал в нем такой ужас, как черный квадрат комнаты в Арзамасе у Толстого, уже написавшего «Войну и мир». Специалисты называют это попаданием в область ада. Потом ему приснилось, что тьма стала большой черной могилой, где лежат вместе мертвецы и те, кто еще жив. А наверху, в пылающем небе, громовой голос читает непонятные слова о живых и мертвых. Бабушку отпевали в церкви. Сейчас будет самое страшное. Вступил орган, и сейчас, он знал, начнут петь самый страшный псалом. Самые ужасные слова, ужаснее не бывает. Он весь сжался и уставился прямо перед собой. Но все запели, как в странном восторге. На хорах звенели детские голоса, пели все, и орган гремел под сводами. Ко смерти весь мой путь земной, будто нет никакой жизни и не нужна она. Они всю душу вкладывали в эти слова, будто они самые важные. А пастор читал: «Земля ты и в землю отыщешь». Долгий праздник в честь смерти. Ведь это ужасно. Пер Лагерквист. В мире гость. В мире гость – автобиография. Он написал ее в 33. Рассказал, как терял веру. Он не любил храм,
не понимал Библию, которую отец с матерью всегда читали серьезными, строгими голосами. От этого теснила грудь. Но ведь такой мир был во всем этом, такой покой, отчего же теснила грудь? Он стал молиться в лесу у камня, прося избавить от смерти его и его родных в тайне, и начал от них отдаляться. Он ускользнул от их бога. Украдкой, тайком, никто и не заметил. И сперва он очутился в огромной пустой темноте. Его пробирала дрожь. Кругом все пусто. Он знал это давно. Знал, пока себя помнил. Но иное дело, наконец, почувствовать пустоту. И ему сделалось легче. Под тяжелой ношей осознанной участи. Он умрет, умрет скоро, все это знают. Ведь знают же, у него больные легкие. От него шарахаются, чтобы не заразиться, даже брат и сестры, хоть и боятся, как бы он не заметил. Как же их осторожность бьет его по сердцу. Зря ведь стараются. Ему хочется взять и крикнуть им это в лицо. Пер Лагерквист. В доме висел портрет Мартина Лютера и имелось три книги. Библия, отдельно псалмы и сборник проповеди. Родители считали, что больше и не надо. Книга, в которой судьбы людей вымышлены, была для них в лучшем случае безделицей. Пер тайком начал писать раньше, чем читать. Он был младшим из семи, и ему помогал старший брат, школьный учитель. Первый его рассказ «Любовь матери» местная газета напечатала, когда ему было 15. Писал он и стихи, главным образом патриотического толка, до тех пор, пока не познакомился с творчеством Стринберга. Отныне он социалист. Набожность родителей, пишет он, их древняя тяжелая вера, как она давила, буквально доводила до удушья. Новое учение, отвергавшее Бога и все упования на него, принимавшая жизнь во всей ее неприукрашенной обнаженности и планомерной бессмыслице, куда больше ему подошло, никакой веры, а только брать жизнь, как она есть. И оно объясняло его детство, почему в его родительском доме так тяжело было дышать. Теперь он все понял. Ему было лет 30. Он был крепок, но желт лицом. Борода рыжая, волосы черные. Брови тоже черные, а глаза запали, словно для того, чтобы получше упрятать взгляд. Под одним глазом начинался глубокий шрам. Шел вниз и терялся в бороде. Но не так важно, как выглядит человек. Он не хотел сюда подниматься. Все здесь было нечисто. Все полно заразы. Говорили, что всякий, кто ступит на это проклятое место, оставит здесь часть души, вернется сюда, да здесь и останется. Он не знал этого человека. Ему не было до него никакого дела. Зачем он тут стоял? Зачем Варавва пришел на Голгофу? Ведь его отпустили. Варавва. Это нобелевский роман. Он закончит его почти в 60. С Варавы начинается поздний Лагерквист, библейский. И это тоже автопортрет, продолжение первого. «Какое счастье, — говорит он, — что мне дано было написать и пережить это. В моем возрасте как милость принимаешь возможность творить. Впрочем, я всегда воспринимал это как милость, как нечто не вполне заслуженное». Это повесть о том разбойнике Варавве, которого толпа потребовала отпустить, а Христа распять. Его упоминают все четыре евангелиста, но мельком. И никаких иных сведений о нем нет. Путем логического анализа текста еще в средние века богословы пришли к выводу, что он, скорее всего, не был простым уголовником. Его имя никто бы не стал выкрикивать тогда, а чем-то вроде борца за свободу Израиля. Пер сам придумал ему судьбу и дал жизнь человека 20 века с его безверием и одновременно страхом пустоты. «Поскорей бы уж конец», — думал Варавва.
Поскорей бы уж он отмучился. Как только это кончится, можно будет убежать и никогда про это не думать. Но вдруг гору объяла тьма, будто погасло солнце. Черная тьма, и в этой тьме распятый закричал громким голосом: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Ужасный крик. Что хотел он сказать? И отчего вдруг стало темно, средь бела дня? Жутко. Солдаты вскочили, схватились за оружие. Эти чуть что хватаются за оружие. С копьями в руках обступили кресты, стояли и перешептывались. Теперь-то они перепугались. Теперь-то они не хихикали. Суеверные, наверное. Варавва и сам испугался. И обрадовался, когда стало светлеть, и все снова сделалось почти как всегда. Пер Лагерквист, Варавва. Бродя по Иерусалиму, Варавва встречается с апостолами. Они относятся к нему с опаской. Лишь один высокий, с голубыми глазами, очевидно, Петр, по-доброму говорит с ним. Пытаясь понять, что же это был за человек, их учитель, Варавва узнает, что он учил любви. Любви. А сами-то вы любите тех, кто не такой, как вы. То, что они собираются вместе, преломляют хлеб по домам, было ему неприятно. Быть повязанным с кем-то одной веревочкой, нет уж, он всегда был сам по себе. Порой он думал, может, это я избранный. Они говорят, Христос принес себя в жертву за всех людей, но в первую-то очередь его распяли вместо меня. В воскресное утро он пришел на Голгофу. Он думал, многое множество народа придет посмотреть на великое чудо, и спрятался, чтобы они его не заметили. Но, похоже, никто, кроме него, не пришел. Странно. Хотя нет, кто-то стоял на коленях совсем близко. Кажется, женщина. Светало. Скоро первый луч упал на скалу, в которой был высечен гроб. Все случилось так быстро, что он ничего не заметил. А тут бы как раз и следить ему. Гроб был пуст. Камень был отвален от двери, и гроб в скале был пуст. Ему никогда не сиделось. В путь, вперед, снимайся с места, пилигрим, дабы получить искупление, обрести покой для своей души. Снимайся с места, многогрешный. Всю молодость, почти без средств, он проскитался по Европе. В Берлине открыл для себя Кандинского и Шагала, в Париже – кубизм, и решил что-то похожее осуществить в слове. Никакой развлекательной литературы. Язык должен быть прост, как исландский эпос и как Библия. В 1933 году, за впечатлениями для своих будущих библейских романов, он едет в Святую Землю. Возвращается через Италию и Германию. Вернувшись, публикует повесть под названием «Палач». Она стала его герникой. Все последующее десятилетие он будет главным писателем-антифашистом страны. Он пишет политические стихи, пьесы, обращается к соотечественникам по радио в годы войны, призывая их не терять надежду, бороться и верить в чудо. Один критик, прочитав его Варавву, скажет о нейтралитете, который хранила Швеция во Вторую мировую войну. Это все равно, что стоять и смотреть, как вместо тебя распинают Христа. Помянем всех распятых, помянем хоть словом, хоть ныне помянем всех, чтоб завтра предать их снова. Сквозь столетия приедут вновь чело в золотом сиянии, из ран все сочится кровь, обессилевшие от страдания. Ради нас решились они. Тела их сгубили, но души от крестных мук и скони лишь крепчают для битв грядущих. Пер Лагерквист. Страстная пятница. Иные думают, что после исчезновения Варавва удалился в пустыню и предался одиноким раздумьям о мире Божьем и о человеческом.
Другие, напротив, говорят, будто он ушел к самарянам, ненавидящим храм, священство, книжников. А кое-кто с точностью утверждает, что он просто-напросто был главарем разбойников. И никто, как уж сказано, не знает точно, что тут правда, а что нет. Но зато определенно известно, что уже на шестом десятке он провел несколько лет в медных рудниках, принадлежавших римскому наместнику в Пафосе. За что схватили и приговорили работать его в рудниках, а страшнее наказания не придумать, неизвестно. Но удивительно не то, что он туда попал, а то, что, побывав в этом аду, он вернулся к жизни, хоть и рабом. Пожилого, но еще крепкого Вараву сковали одной цепью с армянином Сааком. Случайно узнав, что напарник еврей из Иерусалима, Саак засыпал его вопросами. Не знал ли тот учителя, который там жил, творил, великого пророка, в которого многие верят? И Варава ответил, нехотя, через силу, что да, он видел его. Прошло немного времени, он поведал Сааку, что был свидетелем воскресения учителя. Нет, он не видел, как тот воскрес. Никто этого не видел. Но он видел, что ангел слетел с неба, простерши руку, как копье, одетый огнем, как ризою. И копье отвалило камень от гроба. Оно вонзилось между камнем и скалой, рассекло их. И он увидел, что гроб пуст. Не в силах дальше скрывать свою тайну, Саак показывает Вараве обратную сторону своей бирки с тавром Рима. На ней написано имя Спасителя. Воодушевление Саака передается и Вараве. Он просит тоже вырезать на его бирке знак Христа. Тоже начинает молиться. Но потом проходит какое-то время и на них доносит. Прокуратор перевернул бирку. «Иисус Христос. Кто это?» «Это мой Бог», – ответил Саак. «Ладно, я не вмешиваюсь. Верь как угодно, только объясни мне, для чего на твоей бирке написано это имя?» «Потому что я ему принадлежу. Вот как. Ему. Не государству, как означено этим тавром. Ну, а ты тоже веришь в этого любящего Бога? Твой это Бог или нет?» «У меня нет Бога», – наконец ответил Варава так тихо, что почти не было слышно, но и римлянин, и Саак расслышали этот ответ. «Не пойму», – сказал наместник, – «к чему же тогда у тебя на бирке Иисус Христос?» «Потому что я хочу верить». «Я помню материнский дом и жизнь под крепким кровом, что Библии тяжелый том блюл твердым древним словом. Где этот вытертый порог и выбитые плиты покоятся и чают срок в родной земле укрыты? Но сам я где найду покой? Не здесь и не в грядущем. Оно произойдет с душой, но не со мною сущим. Подточена моя душа, как под землею корни. Промчит ли буря, лес круша, не обрести упор мне. Я это знал. Я с детских лет ждал мук моих не минут. И в бездну человечьих бед я ныне опрокинут. Где тот, кто властен нас спасти? Единственный, предвечный. Дать корни, чтобы нам расти над бездной человечьей. Пер Лагерквист. Корни. В 33, когда Пер написал свою почти толстовскую исповедь, он напечатал еще и сборник «Злые сказки». В него вошло воспоминание о поезде-призраке и рассказ «Лифт спускается в преисподнюю». Парочка любовников, банкир и его спутница, пахнущая пудрой и мехами, на роскошном лифте неожиданно попадают в ад. «Где мы, о Боже?» – закричали они, цепенея от ужаса. Черт, немного смутившись,
объяснил им, куда они попали. «Но это не так страшно, как принято думать», – поспешил добавить он. «Надеюсь, господа даже получат удовольствие. Посмотрели бы вы, сударыня, как было в прежние времена. А теперь на преисподнюю просто грех жаловаться. Мы делаем все, чтобы человек не почувствовал боли. Модернизировано все, сверху донизу». «Конечно, ведь надо идти в ногу с веком». «Да, теперь остались только душевные муки». «И слава Богу!» – воскликнула женщина. Пер Лагерквист. В аду дамочка пережила неприятную встречу с мужем, застрелившимся из-за ее измены. Это испортило им вечер. Ненадолго. «Любимый, ну что мы сидим тут и говорим об этом?» – шептала она. «Ведь все уже позади?» «Да, моя девочка, все уже позади». Он заключил ее в объятия. Лифт шел вверх. В войну ад перестал быть гуманным. И когда Лагерквист брался за Вараву, в Европе наблюдался очевидный духовный подъем. Но прошло всего несколько лет, и пустота вернула себе свои позиции. Саак идет на крест, а Вараву-отпущенника, перечеркнув ему на бирке кинжалом имя Христа, отпускают. Когда распинали Саака, Варава стоял чуть поодаль за кустом гибиска, чтобы друг на кресте не увидел его. Но Саака заранее так пытали, что он все равно бы вряд ли заметил Вараву. Пытали его по привычке и от того, что решили, будто правитель просто забыл отдать об этом приказ. За что приказали распять этого раба, они не знали. Да и не очень хотели знать. Они привыкли к своей работе. Казнили за городом, на склоне небольшого холма. Опять стояла весна. Пер Лагерквист, Варава. Наместник, отслужив, вернулся в Рим и взял с собой рабов. В Риме Варава стал искать христиан, его тянуло к ним. Их жизнь была исполнена смыслом. И вот как-то еще встреча, он шел по городу и вдруг услышал запах гари и крики. «Это христиане! Христиане подожгли!» Варава охватил дикий восторг. «Ну да, они весь мир подожгли! Их час настал, распятый вернулся! Тот с Голгофы вернулся!» Наконец-то он явил свою силу, и Варава должен ему помочь. Его пропащий брат по Голгофе теперь не подведет. Варава подбежал к горящему дому, выхватил головню и бросил ее в соседний. Варава не подведет. Его арестовали. На суде христиане пытались доказать, что они не могли поджечь. Наш учитель сжигает огнем души людей, а не города. Он свет и любовь. Но ведь этот поджигал, указали на Вараву. А он не наш. Перевернули бирку, а на ней хоть и перечеркнуто имя Спасителя. Спустились в сумерки, и зрители разошлись, истомившись от долгого стояния. Да все и умерли уже. Один лишь Варава висел еще живой. Когда он почувствовал приближение смерти, он сказал в темноту, как будто к ней обращался: «Тебе предаю я дух мой». Но финал открыт. Ведь есть надежда, что не к темноте, а к тому, кому надо было воззвать, он воззвал, как благоразумный разбойник. «Утешься, мать, твой сын распят, но человеческий воскреснет. Из мук твоих, помноженных 100 крат на наши, человек воскреснет. Одно лишь видишь, пронзенный бок и кровь из раны ужасной. Не плачь, Мария, узнаешь в срок. Иисус терпел не напрасно. О Царстве Божьем в преддверии конца молил пред сворой людскою. Все зло мирское по воле Отца искупил Он кончиной благою». Пер Лагерквист.